Стартовала летняя навигация на Накын. Первая баржа привезла больше 200 тонн груза. Это оборудование, стройматериалы и запчасти для сотрудников горно-транспортного цеха, фабрики и карьера. Из Крестьяха баржа шла около 5 дней. Сейчас мы ее в течение суток разгрузим. И обратно по направлению на Мирный она в течение 3 суток приплывет. Там где-то с 6 по 8 число будет повторная загрузка баржи, и она уже здесь будет снова. То, что здесь разгрузится, мы отправим это все к нам на техническую базу здесь, на Кынском отделении. После разгрузки судна снабженцы отправят материал на техническую базу, оттуда в структурные подразделения. За месяц в Накын планируют переправить больше 1000 тонн груза. Все зависит от уровня воды на реке. По плану навигация продлится до сентября.